которая символизирует вход в город. А вот все-таки мы это дело все нашли, определили. Нам очень повезло, Людмила столько всего знает, подготовилась, в отличие от нас, ленивых. Вот, так что пользуемся знаниями, тырим, как говорится, как бесплатный Wi-Fi. А, походу, какая красота. Площадь Феррари. С той стороны мы были, с той стороны, а вот сейчас мы подходим к воротам. То есть, как раньше был вход в город. Интересно очень. Ну, пойдем.